вот мы и на даче. Будем, что сегодня делать у нас по плану, делать вот тут гараж, блоки расставлены, сейчас их надо будет все ровно выставить, по уровню будет 5,90 на 4, сейчас блоки выставляем, по уровню кидаем, вот, буду делать основание, подсниму вам все, и за сегодня, наверное, еще поставим один щит. Не знаю, посмотрим там по времени. Вот. А вы обязательно не переключайтесь. Смотрите видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Дальше больше. Ребят, всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что, друзья. Половинку сделал. Почти выровнял. Так все выглядит. Еще ничего не запиливал. Просто выравнивал блоки. Сейчас осталось вот там. Там у меня специально сороковина лежит, что замерять. О, там осталось брусинину. И посередине брусинину. Все. И на этом будем все запиливать. В лапу. Покажу. Тут будет заезд. Гараж. Вот такой гараж получается. 4 на 5,90. О, прям с асфальта. Заехал. Все, тут калитка. Все, тут все отпилится. И все. Сейчас кофейку бряхну. Вот, то тут копаешь, копаешь, подкапываешь, подлаживаешь. Вот, а так вот так, ребят. Ну что, ребят, сейчас все до конца выровню. И будем приступать к запилке, к замерке, к запилке. Диагональ, магональ надо выставить. И, ну, обязательно вам покажу. Вот. Такие вот дела. Все, ребят, чай, кофе пью. Вам тоже приятного чаепития. Приятного аппетита. Кто там? Все, а мы продолжаем, ребят. Погнали. Это у нас пока тумбочки. Тут расставили бумбочки. Короче, вот так, ребят. Вот, все, запилил. Все, вот квадратом получился. Сейчас его покрасим низа. Выставим диагональ. Потом пойдем тут лаги, малаги городить. Вот так лапу запиливал. Каждый угол. Все углы тоже. Те. Сейчас низа переворачиваем, короче. И лапа в лапу будет. Тут, короче, вот так. Вот, все, ребят, пошел обедать. Короче, и будем не закрасить еще раз. И, короче, будем дальше соображать, тут, ну, делать, городить. Вот, обязательно вам покажу. Вот так получается, вот такой квадратик. Себе прилично. Места хватит. Вот, все, давайте. Ну что, ребят, продолжаем. Так, в угол. Гвоздями и уголок усиленный на саморезы кидаем эти, потом будет вот так еще чик-чик, сейчас с этой стороны кинем. Вот. Везде уголки гвоздями, с этой, с той стороны вот так, плюс уголок, 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 везде уголками усиленными. Вот. И с той стороны также. Все, ребят, продолжаем. Получается. Все, погнали, ребят. Ну что, ребята, все, мы на сегодня закончили. Вот. Щит. Вот лежит 2,30. Так, 5,90. Высота будет здесь. Вот этого щита 2,30. Да. Вот этот щит вот с этой стороны 1,80 м односкатный пол будет. Завтра сколотим. Сегодня уже все на отдых. Надо еще покушать, что-то сготовить. Вот. Так вот тут дверь. Вот. Тут дверь. Тут окно будет большое. 1,25 м.
5 на 1,15 м, по-моему. Вот видно, да? Отгражено. Вот и вот там. Все вот так вот, ребят. Щиток готов один. Высота 2,30. Ну, вот эти сами стойки. Эти 2,30 плюс тут еще сороковка. Ну, четверка и четверка там 80 сантиметров. Вот. Так что вот, ребята. Здесь на гвозди. Без уголков. Вот. Здесь все, как показывал, все на уголках. Закрепил. Здесь еще будет вот так двадцатка. Потом будет этот, как сказать, фанера толстая. Вот. Там будем делать. Сейчас покажу. Тут я хожу уже как могу. Вот здесь будет скат. Так, тут двери. Ну, хорошо будет. Гаражик нужен вот для этой бричундры. Ее тоже скоро красить будем. Кому интересно, пишите. Буду сам красить с баллончиков. Пока. Потом буду компрессор заказывать. И уже буду полностью с компрессора. Ну, пока жучки надо убирать. А то так ждать будет беда. У меня уже беда была. И есть та дверь. Ну, у меня уже дверь найдена. Все. Я покрашу ее. Она зеленая. Покрашу черный. Все. Там дверь. Угол отгнившийся, вообще беда. Вот. А так жучки надо сейчас убрать вовремя. Обезвредить их. И потом уже на полностью на покраску гараж будет готов. Компрессор закажу когда. И буду красить. Кому интересно, обязательно пишите комментарии, лайки, ставьте, подписывайтесь. Подписывайтесь обязательно на Telegram. Ссылочка будет закреплена под видео. Вот, подписывайтесь, там и эксклюзивные кружочки кидаю, которые бывают не, ну, и не пропускает YouTube, и я не скидываю как бы на YouTube. Вот. Такие вот дела. Все, ребят, закругляемся. С вас обязательно жирный лайк. Вот. Ребят, всем доброго утра. Добрый. Что, ребята, у нас время 11 час. Вот. Не выходил с утра на работу. Ну, делать гараж. Дождь был, сейчас только закончился. Надо идти. У нас вот такой дружище прибежал. Лаки, лаки, лаки. Подписчикам привет скажи. Лаки. Вот так вот, ребят. Что, сейчас ставлю щит. Вчера заколоченный. Ладно, что-то. И начинаем второй колотить. Вот. Надо бы желательно сегодня стропила расставить. Вот. Ну, я обязательно буду вам показывать, как пойдет погода еще. Все, ребят. Давайте, погнали смотреть. Ну что, ребята, щиты установили. Так получается. Этот щит. Дверь. Окно. Этот вот так. Все, сейчас будем кидать стропила, запиливать. Так будет. Погнали. Ребят. Запилил. Стропила вот так с двух сторон и там. Тоже, чтобы, короче, как в чашечку. Бук-бук. Все, все запилю. Вот лежат. Приготовлены. Сейчас размечу. Пообедаю. Размечу и будем закидывать. Ну, поняли, этот запил. Короче. Вот этот запил. Вот сюда. Чашечку так. Пук-пук. И с той стороны. Вот. И на уголки. Прибамбахаем. И все. И уже будет крышка. Крыша готова. Потом останется USB. USB. Ну, еще здесь щит. Будем отгораживать. Тут. Все обязательно покажу.
Не снимая работу, что толку-то, ребят? Показываю готовый результат уже, что сделал, что не сделал. Никому интересно, как, ну, работу снимать, так буду снимать в следующий раз. Пишите обязательно в комментариях. Вот, ребят. А мы хавать, вам тоже приятного аппетита. Что дела? Будем потихоньку делать. Погода вроде подналадилась. Дождя нету, но все равно прохладненько так-то. О, когда уже наступит тепло, не знаю. О. Все, ребят, всем приятного аппетита. Мы пойдем кушать и будем делать стропильную систему. Обязательно вам покажу. Ну что, дорогие подписчики, накинул стропила. Видите, как лапу. Все накинул. Через уголочки все это так в лапе. Ничего не шевелится. Вот такая красота получается. Как вам, ребятушки, уже гараж преображается. Вон у нас как 1.5 дня гараж готов. Сейчас еще там сделаем стойки, здесь одну стойку и здесь одну стойку, и все, и пойдет уже квадрат под ворота, вымерять будем. И там на задней стенке 3 стойки кинем сейчас, и все, потом уже крыша, мыша. Но это не в этот раз, еще надо покупать железо и 20 наста. Вот так, ребята. Все, давайте делаем дальше. Покажу дальше, что будем. Ну что, ребята, все сделал. Здесь под USB вымерил. Сюда пришлось рядом бить. Сюда, сюда. Все раскосено. Потом добью. Уже устал. Вот воротина. Выгранил квадрат. Шик. Вот такие вот дела, ребят. Ну так вот, красиво получается. Вот такой гаражик будет. Красота. Вот воротина уже. Все, погнала. Тут я, как говорил, окно такое большое. Тут дверь. Вот дверь будет вот тут. Сюда надо на угол, на дом камеру вешать, чтобы вот эта стена осматривалась. Посмотрим, может и на гараж на сам. Вот так получается, ребят, все. Мы закругляемся. Вот, до следующих выходных. На следующих выходных не знаю, буду, что делать не буду. Если привезем материал, железо. 20-ку на крышу и USB с этой стороны стены, с той стороны посмотрим, потом утеплять буду, не буду, но скорее всего буду и тоже буду чем-то обшивать. Вот, а так для вас это считанные секунды, а для нас неделька. Все, ребят, всем удачи, смотрим дальше. Мы опять на выходных, для вас это секунды прошло, для меня 5 дней почти, 4. Вот что будем доделать гараж. Привезли вот такой антисептик. Я его разбавил, он прозрачный, я его разбавил колором. Разбавил вот 2 канистры. Через жук будем опрыскивать. А краску серую, вот такую серую краску для USB. Так, привезли пленку на крышу. Пара ветра защита это. О, стены я не буду делать, будет как в парнике. Ну там у нас вот USB 20-ку привезли, там полы, это на крышу. USB вот на стену, под ним лежит железо, то бишь
А, имитацию бруса. Это сюда пойдет вперед. Вот. Так что вот, ребята. Ну все, ребят, что, начинаем. Сейчас крашу. Сейчас дождь идет. Сейчас маленько поэта поуспокоится. Ну, уже поуспокоился, сейчас маленько поветрится и буду начинать это обрабатывать щиты, мощиты. Вот, обязательно вам покажу. Жука буду обрабатывать. Наверное, может не снова, может старого, который шланг есть, там хоть поудобнее шлангом. Все, ребят, короче, сейчас курю. Кофеек бахаю, еще подхворал маленько, это сегодня хотел на рыбалку, но на рыбалку не получилось, подхворал, что-то вялость какая-то, нос забитый, горло с утра проснулся, режет. Вот, но все равно гараж надо, для вас контент обязательно надо вот снимать потихоньку, думаю, сегодня сейчас фейерверкс выпил, потихоньку, думаю, будем покрашу, так, что, поплохеет, если что, это, пойду присяду дома, поотдохну. Ну. Так что все, ребят, не переключаемся, смотрим, обязательно лайк, подписочка, любой комментарий, как вам видос, как гараж будет. У меня уже в мыслях есть, я уже для себя там, что у меня где будет, все у меня в голове, что буду делать дальше. О. Где компрессор расставлю, где что, умывальничек хочу сделать, что в гараже с машиной ковыряешься, ручки оп-хоп-оп, ну, меня каждый мужик поймет, ручки ополосну, чтобы не домой бежать с грязными руками, или что-то взять, телефон тот же взять, это как-то, мол, не с грязными руками, а ополосну руки, вытрал все, почище руки, ну, как у меня мужики поймут. О. И пацаны тоже. Все, ребят, не переключаемся, короче, долбим гараж дальше. Ну что, ребята, все, покрасил, обработал весь полностью, истропил, и все такой красненький. Все, весь обработал, истропило, все. А низ будет мазутой, а щит вот красный с стропилами. Вот так. Две, полторы, ну, две канистры вот таких ушло. Вот таких. Сколько здесь? 5 литров. Почти две канистры там осталось. Там еще на кое-что там подкрасить где. Да. Еще там у меня бабыхи будут двери. Как раз, ну, 10 литров на полностью на гараж. Все, ребят, давайте сейчас курну и зашивать будем. Ну что, дорогие друзья, зашил эту стенку. Так получается, обрезал все. Эту стенку тоже зашил. Все. Завтра с утра ту, где ворота, зашью. И вот ту стенку зашью. Эту попозже чуть-чуть, тут надо еще кое-что сделать. И буду крышу крыть завтра. Как погода, может, полегче станет. Говорю, прихворал чуть-чуть, но все равно тоже. Вот покрасил сегодня и две стенки зашил. Все равно прихворал маленько, так сегодня, может, поотлежусь чуть-чуть еще. Вот так-то бы еще поработал, но состояние не то. Сами понимаете, когда болеет человек. Вот, ребят, так вот получается такой гаражик. Тут еще зашиваться будут, утепляться, я не знаю, будем, не будем, посмотрим по финансам. Так бы хотелось, да, еще поутеплить. Вот ворота, все будет. Так что вот, ребята, все, ребят, до завтра. Для вас это считанные секунды. Для меня часики. Все, смотрим дальше. Ребят, поднебеснички слабоумные сделали. Сейчас это пилю.
все, крышу за порешетью. Сейчас здесь поднебесник в одну вагонину и лобовую. Сейчас это отпилю и все. То, что так выпирает, вы не стрите. Так, вот. Все. Запорешите стена. Так гараж смотрится. Нет. Сейчас вас сделал побольше. Вот так, ребята. Вот такая красота получается. С этой стороны уже все зашили. Вот будет ворота. Открываю ворота. Приехала суета. С этой стороны попозже зашьем. Сейчас главное крышу застелить. Сейчас это доделаю, отпилю. Лобовой прибью. И все, у нас птички поют. Красота в деревне. Я в куртке, да, ребят, потому что тепло на улице, ну ветер. А я попростывшись, как бы, ну, до конца не хочу. Сегодня вроде полегче, чем вчера. Но все равно нос заложенный. Горло болит. О, так что вот, ребята, по возможности включаюсь. О. Ну ладно, меньше слов, больше дела, ребят. Смотрим обязательно до конца. Ну что, друзья. Все, основание все выкрасили. Черненьким мазутой. Вот. Начинаем. Вот, возле железа. Сейчас покажу с той стороны. Все внутри выкрасили. Сюда еще лобовая прибьется. Так вот железо. Видно вам, не видно. Сейчас. Железо. Все ложится. Как-то говорит. Все, для этой малышки. Скоро будет дом. Вот такие вот, ребят. Все, погнали. Сейчас попью водицы. Пить охота. И это. Дальше докрываем крышу. Сегодня еще баня. Баньки попаримся. Не знаю, буду, не буду. Ну, хочу, чтобы все выгнать из себя. Вот. Вот так вот, ребят. Все выкрашено. Все черненько. Все хорошо. Дошечки все черненькие. Вот. Все лаги. Все черное. Эти щиты все обработаны. Стропила обработаны. Двадцатку не обработал, не хватило. Ладно, двадцатку. Главное, вот. Все. Красненько. Все хорошо. Так что вот, ребятки, вот такие вот дела. Все, ладно, ребят. Пью и погнал на крышу. Ну что, ребята, все. Крыша покрыта. Все. Теперь осталось эту стенку сделать. Оп. Оп. Все. Крыша готова. Так что вот, ребят. Всем доброе утро, друзья. Ну что, опять на выходных. Вот приехали. С утреца я уже чуть-чуть поработал, пока камера заряжалась. Извиняйте, что я тут переделал? Переделал вот эту стойку. Вот эту опустил. Видите, куда была? Опустил. И сюда сдвинул, потому что у меня будет другая рама. Здесь еще будет форточка, еще ее привезем. На легково везли. Мерили другое окно, ну там бушное, ну денег запросили много. Я взял у матери старые. Не стеклопакеты, а эти тоже стеклопакеты, только деревянные. Вот. Пришлось чуть-чуть поопустить и стойку добавить. Потому что это чуть-чуть поменьше. Ну и поменьше окно будет, само собой. Вот. Ну ничего страшного. Для гаража и такое пойдет. Вот. Вот квадрат. Будет. Пойдет и такое. Так что вот, ребята, я там чужу. У меня вот там, видите,
ворота уже сейчас обошью и будем уже, ну, сделал, пока камера говорю, извиняйте. Вот, сейчас обошью USB и будем уже на петли вешать ворота. Потом мне надо сделать, мы съездили в старый дом, сняли половницы, такие толстые половницы, чтобы был сюда заезд. Две сюда, они широкие, две сюда, ну, под колеса, поняли меня, сюда брусок прибиваю, брус или чего-нибудь прибью сюда, и заезд, поняли, да? И будем заниматься полами. Так, нет, ну, сегодня мы не будем точно полами заниматься, сегодня ворота, эту стенку зашиваем, ставим окна, двери. Вот, чтобы наружка была вся уже точно готова. А если успею за сегодня сделать, то завтра приступим, если никуда не уедем. Там у нас есть одна темка. Вот. Обязательно сниму про это ролик, если поедем. А если не поедем, то не сниму. Ну, по-любому снимать буду. Не завтра, так в следующий раз, когда поедем. Вот. Так что такие дела. Что сейчас курю? Маленько поотдышусь, душновато. Да, я тепло оделся, ребят, я до конца не выздоровел. Все равно насморк, горло все равно есть. Маленько, вот. Так что такие вот дела. А так вот, красота гаража, уютненько. Еще все сделается. Стены буду обшивать тоже. Стены хочу внутри, компрессор придет. Стены хочу внутри покрасить белым, чтобы гараж был светлый. Вот. Чтобы много фонарей не вешать. Светильников, моих светильников по минимуму будет. Они будут, не знаю, как еще сделаю, ромбиком. Или вот так вот. Шик-шик-шик-шик. Как поняли меня. Не знаю еще точно. Вот. Ну, стены буду красить белым, потому что хочу, чтобы был гараж светлый. Белые стены, темноватые такие. Может быть, полочки. Не знаю, посмотрю. О. Посмотрим. Вот, но это будет, наверное, уже во второй серии. Первая серия, вот, гараж будет, а во второй уже будет внутрянка, обшивание. Обязательно пишите в комментарии, красить белый, может, какой-то другой светлый. Ну, светлый надо, я хочу светлый гараж, не темный. В черный точно я не буду красить. О, хочу светленький гараж, потому что у меня будут полы темные. Я их буду красить тоже. Вот. Не знаю, чем буду, но буду чем-нибудь красить их. Такие вот дела. А вот про стены пишите обязательно комментарии, прислушаюсь, какой лучше покрасить. Гараж-то будет серым, это снаружи будет он серым, и белая обналичка вся будет красиво. Углы белые, обналичка окна, двери, ворота обналичка, тоже это будет беленьким, беленьким, а гараж сам серенький, будет тоже шикарно. Вот, а вот внутри я вот думаю, какой цвет получше выбрать. Вот, так что обязательно пишите свои предложения. Вот, прислушаюсь, как бы. Такие вот дела. Так, тут что-то у меня интервью. Ладно, это мы потом разберемся. Вот, так что вот такие вот дела, ребят. Чё, погнали, я поворота, да, обшивать и ставить. Обязательно вам включусь и покажу, как будет выглядеть, ребят. Все. У меня, понимаете, я не снимаю работу. Ну, почему, готовую работу уже покажу. Потом, когда все сделаю, пройдусь по гаражу, все объясню, как бы, что здесь, почему. Вот. Понятнее было работу, ну что снимать работу. Люди работают все по-разному, согласитесь со мной. Кто-то так, кто-то так, кто-то зачитанный очень много, кто-то тут со своей колокольни что-то будет тут
Я делаю, как я делаю, и я делаю для себя. Не для кого-то, а для себя я делаю. И я 100% уверен, что этот гараж будет держать и вес, и все будет держать. Вот. А я никого не слушаю, как бы, ну, по мнению, что мне там может кто-то предложит, там, вот, почему так ты не сделал. Может, да, что, к чему-то я прислушаюсь, а может, не буду ни к чему прислушиваться. Вот по цвету, да, я прислушаюсь. Какой бы вы вот цвет бы вот предложили бы покрасить гараж? Ну, светлым. Вот. Такие вот дела, ребята, а? Все строят по-разному, понимаете, кто-то начитанный, кто-то со своей колокольни, кто как знает, строит. Короче, тоже очень много мнений. Кто-то так делает, кто-то так делает. Вот, каждый по-разному. Вот, ребят. Если не прав, пишите комментарии. Вот, ну все, ребята, погнали обшивать. Все, перекурили. Все, обшиваем ворота и навешиваем. Петли крутим, навешиваем. Все, погнали. Все, ребята. Дверьки готовы, воротеньки. Сейчас все будет. Сейчас эту сторону сразу жена покрасит. Серый. Потом обналичку сразу же прибью белой, чтобы здесь было. Вот. Так получается. Все. Породки. Еще обналичка пойдет. Так, по мелочи. Так, с этой стороны. Все, сейчас вот эту стену обшиваем. Вставляем окна и все, можно сказать, гараж готов. Так что вот такие дела. И на этом, наверное, серию буду заканчивать. Вторая серия. Не знаю, может, не буду заканчивать. Скорее всего, нет. Полностью выйдет с полами уже гараж. Вторая серия пойдет обшивка стен. Потом полочки, шмолочки. Вот. Так, я думаю, лучше сделать. Все, ребят, погнали. Ребята, все, стену зашили. Сейчас буду красить обналичку такую на окна, на двери. Все, тут все зашито. Тут покрасили обналичку, я покрасил сюда уже. Вот серенький такой цвет. Сейчас обналичку сюда, у меня покрашено, сохнет белое, сразу же сделаем сюда. Вот такой цвет, ребятки. Все, это зашили. Так что вот, ребят, сейчас покрашу обналичку на окна, на двери. Не хватит. Ну хотя бы на окно, на одно. Мы дверь найдем там обналичку. О, на еще будут привести обналички, потому что на углы. На углы обязательно. На углы раз, два, три, четыре. 8 штук. Вот. Привезти. И поверху думать. Зашивать. Имитация есть. Имитация. Чик-чик-чик. Лобовые поднебесы. Тоже низ будет. Поднебесники. Низ вот там будет серым. А вот этот будет белым. Поняли, да? Меня там на еще кисточке он прокрашивать. Прокрасим. Так, вон, краска почти нифига высохла. Быстро. Только недавно покрасили, минут 15 назад. Но сегодня погода нормальная. Что, ребят, короче, красим все обналичку на окно. И уже можно тут обкрашивать сейчас пока у окна. Чтобы потом не задеть. Красить обналичку, короче. И все. Все, ребят, погнали. Ну что, ребята, обналичку покрасил беленьким. Все. Чики-брики. Чики-брики. Скоро стену эту тут
потратили, там чуть-чуть верха осталось. Сейчас окно будем выставлять. Ну, сейчас пообедаем. И вот тут. Все, ребята, вот так будет. Так что вот такие дела. Все, всем приятного аппетита тоже. Мы погнали кушать. Ну что, ребята, вот такая красота получается. Как вам гаражик? Все покрасили. Короче, на вот эту стенку не хватило. Будем докупать краски. Вот. А эту тоже все покрасили. Все, вот на одну стенку не хватило. Еще покупать в банку краски. Вот. Все, завтра дверь. Если не уедем с утра. Если уедем, ну я сниму видео, о чем будет, куда поедем и зачем поедем. Еще должны написать, в силе, не в силе, отбой, не отбой. Вот. То поедем, ну то видео раньше выйдет, чем это. Потому что, сами понимаете, приезжаю сюда на пару дней, уезжаю, был бы здесь бы побольше, то это как бы, ну я бы уже бы заснял эту серию как гаража. А сами понимаете, тут работа, тут праздники, не работать. Вот. Так что вот такие дела. Все, ребят, мы на отдых. Гаражик преображается. Все, еще завтра подошьем под небесы это, покрасим в белый. Вот так вот и углы, наверное. Тот край точно углы повесим, этот нет еще. Вот. Завтра дверь еще. И если никуда не поедем, углы, дверь. И будем заниматься полами. А нет, сначала полами, в конце дверь, потому что это все заносить. Вот, ребят. Я еще даже своей полянкой не занимаюсь. Вот. Ладно, это потом. На сейчас гараж доделать, будем полянкой заниматься, там все обустраивать. Много планов. Все, ребят, мы на отдых. Завтра увидимся. Что, друзья, всем доброе утро. Время 8 часов. Можно начинать работать. Что, сейчас все убираю. Вот эти огрызки. Вот эти. Прибиваем сюда брусок. Сюда прибиваем с этой стороны и с той. И все. Короче, накидываем двадцатку. И будем уже стелить полы начинать. И сегодня хочу еще сделать маленькую изюминку. Не буду вам говорить, что. Но я вам обязательно покажу в конце. Если успею, короче, сделать. Вот. Все, ребят. Приступаем, у нас сегодня еще баня. Сейчас затупим. Вчера кошки поймали. Сейчас вам покажу, что поймали. Но мы его оставили, спасли. Пускай отхаживается в парнике. Вот, сейчас, ребят. Вот там кто. Кто видит? Вот кто. Видите, как бегает. Видите, он бегает. Крыло повредили, ребят. Вот, но мы успели спасти. Наши кошки-охотники. Вот, успели спасти. Положили пока, пускай отходит в парник. Очухается. Насыпали каш разных, водички дали. Вот. Все, он вроде поаклимался. Вчера вообще не прыгал, ничего. Сегодня уже к вечеру стал прыгать, и сегодня уже прыгает, бегает, все хорошо. Все, ребят, погнали. Что, ребят, сейчас вот так сделали, все крепко будет. Сейчас будем накидывать полы, вы увидите, какая толщина. Вот, ну все, все сделано, все, накидываем полы. Прикручиваем саморезами. Полы буду тоже красить. Ну, не знаю еще какой цвет. Темный, наверное. Очень темный будет. Посмотрим. Все, ребят, погнали.
Шкалы прокрутили. Вот так все выглядит. Вот так все выглядит. Шкалы. Все, можно плясать. Ну, все, ребят. Потом стены будем шивать. Все, можно теперь делать. Загонять тачку. Можно уже. Все. Вот такие вот дела, ребят. Сегодня, наверное, на этом первая серия закончится. Дверь установлю еще, покажу вам. И все, на этом первая серия закончится. Вторая будет чуть позже. Вот. Все, ребят, смотрим дальше. Установляю дверь и одну изюминку здесь добавлю. И все, погнали. Сегодня все закончили. Сделал крылечко. Дверька. Оп. Оп. Открывается. Оп. Все. Чин-чинарем. Крылечко вот такое. Оп. Вышел. Чик-чири. Чик-чири. Все, друзья. Дверька сама закрывается. Все. Дверька закрывается. Все. Чики-пуки. Так, думаю, друзья. Все, на сегодня все, баня. Вот, еще. Короче. Осталось, что? На следующих выходных приеду. Сделаю заезд. И все, уже буду в гараж заезжать. А потом по это буду делать уже стены внутри, полочки. Уже. Вот, на следующей неделе как раз краску. Докрасим, дошьем. Осталось чуть-чуть. Вот, обналичка. И все. Так что вот, друзья. А для вас это вот так по щелчку. А для нас целых 4 дня. Даже на 5-й день приезжаем. Все, ребят, не переключаемся, досматриваем. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, мы опять нет. На дачу приехали. Все, я тут уже доделал потихоньку. Сделал скаты-подкаты. Понял меня заезжать, выезжать. Поубрался чуть-чуть. Чистенько. Вот. Там камнями засыпаем, чтобы ям не было. Ровно было тут плантация. Вот, ребят, сейчас еще под низ чем-нибудь бомбану. И начну красить обналичку белым. Краски купили. Вот, купили серой докрасить. Вот такие вот дела. Так что вот, ребята. Обязательно лайк, подписочка. Все, ребят, что доделываю. И на этом будем заканчивать гараж. О, там, кстати... Кто не смотрел видео, вышло, как я варил ворота матери. О, первый раз сваркой занимался. Посмотрите, перейдите. Ну все, ребята, сейчас что доделываю тут. Крашу обналичку, приколачиваю. Небольшой снимок сделаю. И все на этом. Ну, ребят, больше тут нечего снимать. Все основное сделано. Ну, если хотите, вторая серия по внутрянке будет. Свет, стены, все такое, мелочевка, обстановка, полочки, молочки. Пишите обязательно коммент, хотите во вторую часть или нет. Вот. Если да, то я выпущу вторую часть. Вот. Ну все, ребята, короче, меньше слов. Пиздеша, больше дела, короче, вот так просто сказать. Вот, надо делать его уже. И пора бричку загонять уже сюда. Вот так вот. У нас сегодня солнышко, погода нормальная. Сейчас тут с проблемами разберусь. Вот с этими гаражами. Вот. И будем, наверное, выйдем на рыбалочку.
Обязательно видос. Или готовка. Не готовил давно уже. Надо что-то в казанке бахнуть. Хорошим. Ну все, ребят, короче. Красим. И все вам потом покажу. Все. Ну что, ребята, все. Загнал машину. Место тут. Сколько еще? Тут. Тут. Все. Чики-брики. Все, у машины есть свой дом. Сзади. Вот, место. Пройти можно. Спереди. Места предостаточно. Гараж, еще раз повторяю, 6 на 4. Заставлять ничего не буду. Бока. На той стенке хочу колеса. На этой посмотрим, что. А вот здесь, вот морда, скорее всего, будет стол какой-нибудь небольшой. Вот так, наверное, углом. Ну, чтобы тут тоже было, ну, свободно. Гараж должен быть свободный, а не заставленный таким барахлом. Ну, чтобы и по кузову работать хорошо, удобно, и что, по машине работать удобно. Ну, вот так вот. Все, ребят. Обналичка. И на этом видео все. Ну что, ребят, все, гараж закончен. Обналичечка покрашена. Окно вставлено, тоже все. Красную краску купили. Видите, все равно пятнышки остаются. Брал руками, подкрашивал еще раз. Вот, то, что это. Как его? Не высохло. Вчера покрасил. Пока сегодня в город ездил, ушел в горох. Не высохло, липкое. Еще этот лобовые сохнут, не прибивал с углами. Пускай сохнут, сделал затворочку. Там у меня эти болты здоровые. Не откроешь. Вот он, намертво. Вот такие, видите, клепочки. Все. Вот такие болтики, ребят. Все, ребят. Гараж, можно сказать, окончен. Кто хочет вторую серию, ну тут что будет, как стоять у меня, как стенки подзашью. Такая лайтовая будет, типа влога. Вот. Самое основное сделал. Все. Дверь одна. Это какушки на замок, на дверь. Сделал, окно вставил. Все, ворота закрываются. Машина вчера заезжала уже, все. Ночечку ночевала тут. За всю свою свое существование у ней появился гараж. В Питере, Вологодской, там что-то Питерская область, это там промежность брали. У нее она стояла тоже у пятиэтажки, там у многоэтажки. Теперь у нее будет собственный уголок. Делать будет приятно. Вот, ребят. Так что, ребят, ставим лайкос, кому будет интересно, там типа влога сниму обязательно. Свет еще буду проводить. Так, такие моменты подсниму, кому будет интересно, могу шорсом подснимать. Небольшим видео подсниму, кому интересно, конечно, пишите. Так что вот, ребят, гараж закончен. Вот так-то все осталось тут. Лампочки, фигампочки повесить. Все такое. Буду потихоньку делать. Завтра мы уезжаем в город, домой. Все, на 4 дня. Через 4 дня на 5 день приедем. Вот. Постараюсь съездить на рыбалку. Засниму видосик. Вот. Так что все, ребят. Всем удачи. Спасибо еще раз, кто подписывается на меня. Спасибо большое, ребят, кто ставит лайки. Все ссылочки на меня, Telegram, ВКонтакте, Boost и так далее будут. Они есть на моей странице закрепленные. У кого есть желание, подписывайтесь туда. Буду скидывать короткие какие-то моменты. Все, ребят,
Всем удачи. Всем пока.